Всем-всем-всем привет! И вышла долгожданная игра Джедаи. Я ее буду проходить. Так, я тут сначала потестил, у меня все нормас пошло. Поэтому я сейчас начну новую игру. Так, настройки, игровой процесс. Здесь все нормально. Кстати, вот где игровой процесс, вот тут язык русский можно. Изначально английский стоит, здесь вот на русский поставить можно. Видео все эпичное, все на максималках, 144 FPS. В общем, все отлично. Итак, начать новое приключение. Тут можно выбрать 4 уровня. Мастер, грандмастер, рыцарь и режим история. Тут вот ту. Ну чё, я, наверное, пойду рыцарь джедай. Оба-на, это я. Какой здоровенный корабль, блин. Итак, мы находимся на какой-то из планет, где куча кораблей всяких разных размеров, еще и роботы летающие. Что за певец тут? Кто-то что-то поет. Хочу тебя прервать, Кэл, но нас ждет босс. Итак, ребята, я буду играть за персонажа по имени Кэл. Кажись, нам свезло. Это он. Вот и он же. На линии 10А есть проблема. У транспортера заело захваты. Нужны двое, чтобы проверить там кабели. Эта задача не из простых. Гильдия удвоит оплату за смену. Давай, нормально. Кэл. За двойную плату. Не повредит. А? Ладно. Отлично. Идем. За работу. Сюда. Уже иду. Чё, побежали. Бежим за ним. За двойной-то колым, конечно. За такие деньги? Ех ты. Не волнуйся. А я думал, блин, не допрыгну. Не доживу до конца смены. Наверху! После тебя! Окей. Площадка демонтажа кораблей. Корабль сепаратистов. Давно не видал барышников. Да. Давно. Разберем и получим деньги. Ну, вперед. Так. Что нам делать? Сюда? О. Отлично. Осторожно! Эй, чувак, сейчас тебя задавит. Эй, ты цел? Я в порядке. Но лестница конец. Понял. Еще обходной путь. Окей. Ничего, я находчивый. Встретимся там, друг. Кинул меня, сам убежал. Еще и обходные пути, говорит мне.
Так. Надо найти обходной путь. В ту сторону, да? Что, нам на погорке, что ли? Вау, скейтборд. Круто. Покинь эту базу немедленно. Ты нелегальный мусор. Окей. Нелегальный? Но мусор же. Кал, нелегальный мусор. Так, нам надо вон туда. Разгоняемся. Так. Еще разок, надо зацепиться за веревкой. Разгоняемся, бежим. Отлично. Здорово, здорово. Ты что там бубнишь, ничего не понятно. Полегче. Просто прохожу мимо. Так. Прыгните и нажмите, чтобы взобраться. Отлично. Как Человек-паук прям, блин. Еще чуть-чуть и закончим раньше срока. Я уже чувствую вкус кредитов. Так, а дальше у нас куда? Давай закончим побыстрее. А дальше у нас сюда. Оба. Давай, 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 чувак. Отлично. Рискуешь, Кэл? Рад тебя видеть. Взаимно. Смотри, не убейся. Не собирался. Блин, опасно, конечно, по таким бегать. Тоненьким металлическим штукам. Так, так, так. А дальше нас туда, что ли? Охренеть. Дружище, да ты пролазишь, офигеть. Я не думал, что он здесь пролезет. Похоже на крыс со свалки. Просто иду мимо, ребята. Не выходите и не приветствуйте. Так, короче, чуваки, здесь гайд такой, что, короче, вот все красные штуки, это на них надо запрыгивать, я так понял. Сейчас разбежимся. Ай. Еще разок. Все, отлично. Ага. Вот сюда мне наверх не надо. Кэл, встретимся у захватов. Звучит неплохо, скоро буду. Окей. Отцепляемся. Ёп, чуть не улетел. Во, опять эти красные штуки. Он сказал, встретимся у захвата. Ай-яй. Отлично. А, мне вниз даже. О, все понятно. Как ты здесь оказался? А ты как здесь оказалась? А? Ага, опять веревка. Ай-яй-яй. Блин, охереть, допрыгнул. Так, мне куда? Вниз, походу, что ли? Обалдеть. Кое-как, блин. Так, опять на горках. Сейчас покатимся. Фух. Отлично. Смотри, корабельный резак. Вот это да. А, вон он, резак. Разрезает корабль. Нам нужно идти. Ага.
Хера он прям пополам его разрезает. А вон эти держат часть эту. Все, он разрезал, обалдеть. Так, а дальше куда? Калел, Калел. Человек-паук прям. Мыши бегают. Ребята. Закончим, пока они не начали резать крыло. Ахтюней! Нифига себе, там что за чудовище такое? Кэл, дерни рычаг управления внизу. Дернуть рычаг управления? Ага, вот он, рычаг. Дергаем. Готово. Теперь ты. Секунду. Отлично. Так, заход зафиксирован. Опа. Я здесь. Блин, я думал, сейчас он свалится. Напугал ты меня, парень. И не только тебя. Есть. Погоди, сейчас сделаю. Так, готово. Я давай думаю, сюда. Мне вот сюда, наверное, надо. Нет. Да. Только посмотри. Что такое? Истребитель джедая. Просто клад. Настоящее сокровище. Мы сейчас на нем полетим, сколько что ли? Сколько он тут валяется? Года 4? 5. Его пилот погиб в лучах славы. О, джедаи. Просто ужас. Эхо войны. А я всегда говорю, что не все они предатели. Может быть. Это наш счастливый день. Империя извлечет из него полезные материалы. Да, разбираем битые корабли, чтобы переработать их и построить новые. Ну и круговерть, а. Рискуем своими жизнями запасов. О, это R2-D2. Эй, ты за языком-то следи. Послушай, за такое заплатят. Столько, что ты сможешь свалить из этой дыры. С чего ты взял, что я хочу свалить? Ну же, Кэл, ты еще молод. Не бери пример с меня. Когда-нибудь у тебя будет другая жизнь. Найди свой путь. Как скажешь. Пора бы нам вниз. Ты меня совсем не слушаешь. Это что? Так, 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 что такое происходит? Полечат, они отцепились. Мы летим вниз. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Чуть, блин, не улетел в эту пропасть. Блин, чуваки, я, короче, здесь рулю. Я не знаю, куда рулить. Блин. Куда, куда, куда? Обалдеть. Брауф, ты живой? Кэл, не могу забраться. Рауф, держись. Я соскальзываю. Держись, Рауф. Не удержаться. Держись, Рауф. Дай мне руку. Нет. Один использует силу. Использую. Нифига себе. Рауф, ты цел? Я в норме, только прижало. Пилота нет. Пилот сегодня накерялся. Держись! Осторожно, Кэл! Поэтому Кэл вместо пилота. Нифига себе, у меня зверь это своим держись. Щупальцем ударил. По звездолету. Если это так можно назвать. Жестяная банка какая-то. Прав. Летающая. Ты цел? Да. Да. Надо уходить, давай. Да. Все так быстро. Так я так понял, он типа знал, что у него есть способности. Это же все ты, да? Ты использовал силу, да? Тебе показалось, ясно? Да, он, значит, скрывает это. Я же своими глазами слышал, видел. Прав. За тебя же награда. Знаю. Я знаю. Так, что ж. Будем осторожней. Ты разговариваешь с джедаем, чувак.
Так, мы куда-то едем. Ну и как ты? В норме, а ты? Тоже, да. Кэл, мы давно работаем вместе. А ты скрывал, что ты джедай? Я вижу что-то подобное. Мы с тобой такое пережили. И я знаю, как ты рисковал. Я перед тобой в долгу. Не забудь. Я серьезно. О, за это не переживай. Но здесь небезопасно. Может, ты того сбежишь? Сперва мне нужно забрать кое-какие вещи. Пепперс поможет мне. Он вроде как на Наршадда? Да. Мы теперь не скоро увидимся, правда? Пепперс поможет мне? Да. Или Тепперс какой-то? Ладно. Или какая-то? Ладно, Кэл. Ну вот, не дает чуваку отдохнуть. Или чё, это он типа вздремнул уже так? Быстро чё там? Так, чё нам? Чуваки, дайте пройти. Эй! Мы с тобой так долго работаем, куда ты идешь? Подожди. Прав, как Праймул. Прав. Куда ты идешь? Дружище, стой. Остановись, или я применю способность свою. Это говорит тебе джедай. Че такое? Все. Ех. Так, что за фигня? Я на каком-то корабле. Эх ты. Что за хрень? Включила сигнализация, меня спалили, что ли? Как я вообще тут оказался? Что происходит, не пойму. Эй, чуваки, здесь есть кто-нибудь? Что за хрень? Так. Взаимодействие давай. Эх ты, нихера! Ты кто такой? Слушай и запоминай. Учитель. Учитель? Только в силу. Ох ты ж, ёжик. Так это был сон. Охренеть. Поезд встал. Ага. Что-то здесь не так. Всем встать. Проверка личности. Всем построиться. Сейчас, походу, меня спалят. Проверка на контрабанду. Так, это ты кто такая у нас?
Явно не из наших, это точно. Это точно все? Да, вторая сестра. Мы ищем опасного беглеца. Это не какой-нибудь анархист, а последователь мерзкого ордена джедаев. Ага. Они ищут меня. Если не выдадите предателя, вас обвинят в заговоре. Лучше рассказать правду, иначе всех вас ожидает смертная казнь. Эх ты. Итак, накаляется, наверное, положение. Мне стоит признаться. Я столько лет работал в этой дыре. Еще до войны. Мы ремонтировали корабли. Лучшие в галактике. Так, но сейчас что-то будет. Сейчас что-то случится. Инженеры стали разборщиками. А рабочих просто поработили. Рауф. Оба, мы джедаевский меч. Знаем. Просто боимся сказать. Для Империи мы все лишь ресурс. Да, ты прав. Нет! Ах ты ж... Двойной меч, неужели? Если у него хоть двойной меч. А вот и джедай. Что это? Проверим, что это было. Так. Ну и боль. Ребята в белом. Стоять, не с места. Штурмовики. Как ты здесь оказался? Полегче. Тут посторонний. Эй, может не... Атаковать. Я пошли. Слышал, что передали по связи. Джедай? Опасно. Мимо. Где, чтобы прошу блокировать заряды от бластеров? Окей. Это предатель! Вот ты за это заплат! Всекам, объект здесь! Огонь на поражение! Сюда! Надеюсь. Джедай здесь! Ясно. Сейчас пристрелим! Попадите по нему, наконец! Получай! Грузовой люк заблокирован! Промазал. Так, надо срочно разблокировать грузовой люк. А нет, я себе проход открыл. Выход один. Что, прыгать что ли? Обалдеть. Не останавливаться. Точно Человек-паук, блин. Блин, чуть не слетел. Пробел нажал. Так, здесь спокойно. Захват цели. Так, смена цели. Так, ты готовишься к чему? Там что-то есть. Я знал, что все к этому придет. Эх ты ж, какие спецспособности. Бежать от нас не выйдет. Сколько у вас тут сверху откуда? Давай, туда прямо. Не залазит он. Они вон оттуда сверху прыгают. Да, мне надо попрактиковаться. За мгновение до вражеской атаки надо нажимать. Вот она как. Понял.
Так, способность. Эх ты! На. Он опасен. Умри. Ай, замедление, я замедлил его, я понял. На объект синим контуром воздействовать, вот он, объект. Все. Как кому-то удалось сюда пробраться? Отбиваем ихние атаки. Если беглец покажется, я его встречу. Так, дальше что у нас? Дальше, дальше, дальше. Ага, я понял куда. Вот, ага, и по решетке наверх, все понятно. Давай, джедай. Паук. Джедай паук. Так, 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 тихо, не упасть. У меня ребята уже ждут. Он там, прямо там. Так точно. Размажем его. Цель ранена. Покончим с этим. Поймаем его. Надо держаться от него подальше. Цель движется. Он уязвим. Расправимся с ним. Я больше не могу сражаться. Так. Да, у меня здоровье что-то маловато-то, ё-моё. Охренеть. А как здоровье поправить? Так, что такое? Ага. Пойти вперед, остановить поезд. Всего-то простое, как обычно, задание. Нужно укрыть. Надо успеть между выстрелами. Понятно. Сейчас. Бежим. Ну что, он будет стрелять сегодня, а? Мне КП там на один раз. Быстрей. Ай-яй-яй-яй-яй. Отлично. Он здесь. Я тебе покажу предок. Эх ты. Нормально. Они своего, что ли, завалили? Воу-воу-воу-воу. Что такое? Они отстрелили. Так, мне вот по этой штучке пройти, да? Надо вниз. Понял. Что за что такое? Держись! Нет, нет! Держись, держись! Надо наверх. О, это плохо! Только наверх! Окей. Только наверх. Ох ты, ё, нифига на меня затащил куда. Блин, все отваливается. Как вообще этот корабль на чем едет, блин? Охренеть. Давай залази. Капец. Оба свои, походу. Мы поможем тебе. Да, кто это вы? Свои. Не сейчас. Беги, беги. Подберем тебя, когда сможем. Ой, чё, бежим дальше. Беги, беги, говорят. Подберем тебя, когда сможем.
Блин, у меня ХП вообще, он мигает. А еще что-то тут взрывается. Эх ты. Блин, иногда прям дух захватывает, короче, когда прыгаешь. Вот. Умер. Так. Размажем его. Сюда, скорее. Умер. Отбился. Отбиваем. Отлично. Что еще? Хороший вопрос. Поезд не говорил? Ты что, туда надо прыгать? Нет. Значит, прямо нам надо. Че он встал? Это не к добру. Ех ты. Опять катимся, летим. О, двери сами открываются. Вон по двери еще открываются. Чуваки, забирайте меня. Прыгай! Держись! Обалдеть. Я думал, он все-таки залезет. Охренеть. Так. Ты не крути ту башкой. Че такое? Опять она. Собрался. Знакомая стойка. Похоже, ты прошел подготовку. Кто твой учитель? Подавал. Вдруг я его убила. Кто пожертвовал собой, чтобы ты выжил? Че, битва, что ли, с ней? Ты не лучше других. Такого я не ожидала. Уклоняйтесь от красных атак, их невозможно блокировать на Z, окей? Скоро все закончится, джедай. Ай-яй-яй-яй, мышкой жмем, жмем. Так, а это кто еще? Охренеть, блин, так стрелять, так и своих можно завалить. Понятно, я думал, она умерла, она нифига не умерла. Блин, она сейчас эту девку сама застрелит этим мечом. Капитан! Кэп, взлетай! Как Зорро прям. Эх ты, а это Кэп у нас, да? Капитан корабля. Типа чуи.
все нормально. Чуи. Это Чуи, капитан Чуи. Так, гаси эту штуку и садись. Спасибо за помощь. Кто вы такие? Я Цере Джанда. Это мой капитан, Грис Дридус. Как дела? Да, Богомол мой корабль, но заправляет тут всем эта леди. Ну? А кто ты? Кэл. Кэстис. А кто это там был? Имперский инквизитор. С помощью силы выслеживает джедаев. Теперь она знает, кто ты, и не остановится, пока ты не умрешь. Откуда ты знаешь? Зачем помогла мне? Мы следим за каналами имперцев. Услышали, инквизиторы летят на Бракку и отправились вслед. Вот как? Ну и сколько нынче дают за джедаев? Вот тебе и спасибо. Я понимаю. Ты так долго полагался лишь на себя, что не можешь никому доверять. И поэтому ты жив. Но есть задачи поважнее, чем просто выжить. Например? Возродить Орден Джедаев. Вдвоем? А кто еще? О, мы тебе не подходим. Совет джедаев? Их нет. О. То есть у вас только я. Капитан, берем курс на Богана. Так точно. А пока что пойди отдохни. Иди, не бойся. Пока. У тебя еще будет другая жизнь. Найди свой путь. Кэл, осторожно! Ты разговаривал во сне. Чудик. Взаимодействие. Что это такое? Это похоже на какой-то музыкальный инструмент, на гитару. Песня. Это я сочинила ее. Коснувшись предмета, ты видишь его воспоминания, его историю. Это отзвук силы от предмета. Немногие джедаи так могут. Откуда ты знаешь? Тоже что ли джедай? Я была джедаем. Ага, ну я так и думал. Но это в прошлом. Мы знакомы? Нет. Я знала твоего учителя, Джара Топала. Настоящий защитник республики. Да, он герой. Кое-что произошло со мной во время истребления. Я выжил, но моя связь с силой нарушилась. При медитации я расслабляюсь и теряю контроль. Будто я снова там, и... Ты выжил, Кэл. И ты не один. Это в прошлом. Приближаемся к месту назначения. Ты выжил, и ты не один.
типа намекает, я рядом с тобой, я тебе помогу. Планета Багана. Окей. Мы на Богана. А, Богана. Один джедай нашел это место до истребления. Но на картах его нет. Империя не знает о его существовании? Нет. Ну, каков план? Мы тут спрячемся? Хватит нам прятаться, Кэл. Видишь сооружение? Полагаю, что в этом хранилище скрыт ключ к возрождению Ордена. Но лишь тот, в ком велика сила, пройдет испытание. Большая-большая труба какая-то. Тебе нужен я. Знаю, ты не веришь мне. А я не понимаю, можно ли верить тебе. Но у нас есть общий враг. И общее дело. Сообщу детали, когда идешь до хранилища. Ну, а сейчас... Иди познакомься кое с кем. Да прибудет с тобой сила. Интересно, с кем? Иди, говорит, познакомься кое с кем. Кажется, я уже вижу кого-то. Похоже, я ищу джедая. Но если здесь уже есть джедай, зачем же я, Цере? Получено новое очко. Тут безопасно медитировать. Нужно сосредоточиться. Что такое? Медитировать? Оба-на. Точка сохранения. Точки сохранения расположены на всем пути к Кэлла. Не забывайте взаимодействовать с ними, чтобы сохранить прогресс. Ага, это точки сохранения. Понятно. В точке сохранения Кэл может отдохнуть, а также приобрести новые навыки в обмен на очки навыков. Какие-то новые навыки, круто. Отдохнуть, выйти древо навыков. У вас достаточно очков для изучения новых навыков. Откройте древо навыков, чтобы их распределить. Используйте очко навык для изучения сверхудара. Короче, я только его могу. Открывает мощный удар, смертельный для слабых врагов, на букву F. Окей. А, нифига себе, удар сверху. Типа критический удар. Понял. Да, тут всяких он. Атака в рывке, рывок с ударом. Навыки выживания. Так, ладно, очков больше нет у меня. Так, отдохнуть. Здоровье, силы восстановлены. Ну, пожалуй, здесь я тогда и сохранюсь. Всем спасибо, кто досмотрел этот видос до конца.